Доброе утро. Наши гости снова у нас. Смотрите, Мария, помощник. Бой. И Бой. А мы и Дмитрий Михайлович. Да. Всем дарят подарки. О, подарки. Собакам, благодарности. Да. А мы хотим, мы с мужем приняли решение. О, смотрите. Это наш дедушка еще трофей где-то в Индии достал. Ничего и мы хотим, чтобы он у вас стоял дома и напоминал. Ничего себе. Наши сердца это... вам благодарны. Спасибо, это рыцарский такой кубок, наверное. Еще от дедушки, это приятно. Это для вас вы самый лучший. Спасибо. Был бы золотой, подарил бы золотой. Очень приятно, и это история добрых дел мы не передаем, а передаем нам в шкаф, там, где трофеи. Поэтому спасибо, спасибо большое. Вот так, взяли кровь, сделали анализ, вот тут, и... Движемся в сторону вакцинации. Сегодня наш Бой приехал на вторую плановую прививку. Она уже делается с бешенством. 7 основных инфекций и бешенство. И сделаем такую прививочку за счет нашей рубрики. Рубрика добрых дел, в которых участвуют наши герои очень часто. То одну собачку подберут, то вторую. То третью, то четвертую. Поэтому, конечно же, наша рубрика участвует. И абсолютно все услуги сегодня для нашего Боя, для наших героев бесплатно. За счет рубрик добрых дел. Спасибо вам. Спасибо да. Большое. Наши герои уходят. Смотрите. Даже ушко подклеили, потому что эти пород иногда заламывается. Поэтому спасибо нашим героям, спасибо Сергею. Идем в новую жизнь и хорошего всем дня. Всех благ. Мирного неба. Мирного неба. Да, будьте здоровы. Так вот, смотрите, Мария, мы участвуем в добрых делах для нее, а она решила поучаствовать для вас. Поэтому спасибо, Мария. Спасибо большое. Да. Да, будьте здоровы еще раз. Да, тут у нас... Наша звездочка Ами пришла на прививку, тоже покажем наших героев, которые тут раз-два, и мы их так вот непланированно сняли. Пришла к нам Ами на вакцинацию, которую мы сейчас уже сделали, сейчас там ставим отметочки и отправляем наших героев домой. Спасибо.